Это телеканал «Санкт-Петербург». 20 октября, вторник, 19 часов ровно. В прямом эфире программа «Обратная связь». Актуальные вопросы и компетентные ответы из первых уст. К завершению подходит первая четверть в петербургских школах. Уже со следующего понедельника ребята отправятся на традиционные осенние каникулы. Но затянется ли отдых из-за пандемии? Сколько классов сейчас учатся дистанционно? И как сделать онлайн-обучение интересным и увлекательным? Все, что вы хотите и должны знать, в ближайшие 40 минут обсудим с экспертами. Меня зовут Юрий Щербаков. Здравствуйте. Но вначале обратимся к статистике по коронавирусу на этот день. К цифрам. Итак, впервые количество выявленных за сутки случаев новой коронавирусной инфекции в России превысило 16 тысяч. Это еще раз за сутки. Из них 695 в Петербурге. И, увы, это очередной антирекорд для нашего города. Больше только в Москве. По данным оперативного штаба, за день в северной столице протестировали более 32 тысяч человек. Это довольно-таки большая цифра. Под медицинским наблюдением находится 3901 пациент. Из них 65 в обсерваторе. Пандемия, безусловно, вносит коррективы в, казалось бы, привычные процессы, но город принимает эти вызовы и отвечает на них довольно оперативно. Оперативно, насколько это возможно. Сегодня мы обсудим грядущие осенние школьные каникулы. Чем занять ребенка, чтобы не подвергать опасности, а также о готовности в Петербурге при необходимости перейти на дистанционное образование. На связи со студией вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. Добрый вечер, Ирина Петровна. Здравствуйте, Юрий. И председатель Ассоциации Санкт-Петербургский городской родительский комитет Михаил Богданов. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, связь с экспертами установлена. Уважаемые телезрители, задать вопросы нашим гостям можно по телефону прямого эфира, а также в официальной группе телеканала ВКонтакте. Все координаты здесь на ваших экранах. Принимайте участие, высказывайте свое мнение. Нам важно получить обратную связь. Ну и начать эфир этот я предлагаю с последних новостей, с заседания городского правительства. Итак, сегодня обсуждали главный городской документ, по которому мы все живем. Это бюджет города на текущий год. От этого зависит финансирование всех сфер жизни, в том числе и образования. Вот какую оценку финансовой ситуации в Петербурге дал губернатор Александр Беглов. Остается немного времени для завершения этого непростого года. Он стал для нас во многом проверкой на прочность. Весной мы внесли изменения в бюджет Санкт-Петербурга. Тогда мы придерживались негативного сценария, сократили доходы более чем на 100 миллиардов рублей. Фактически падение доходов оказалось не столь драматичным, хотя проблематичным. Поэтому вторым вопросом повестки дня мы рассмотрим корректировку бюджета на 2020 год. В этот период нас значительно поддержал федеральный центр. Это помощь, которая носит строго целевой характер. На выплаты врачам и социальным работникам было выделено 8 миллиардов 800 миллионов рублей. На дооснащение медицинских учреждений 4 миллиарда 300 миллионов рублей. На поддержку здравоохранения по линии ОМС 4 миллиарда рублей. Вот я хотел бы обратить внимание, что почти 3 миллиарда рублей на дополнительные социальные выплаты безработным гражданам. Основной акцент был сделан на здравоохранение. Это информация о бюджете Санкт-Петербурга, главный финансовый документ нашего города. Ситуация, цитата, не драматичная, но проблематичная. Эти проблемы мы в силах решить. Ирина Петровна, вот вы присутствовали на заседании правительства. А что касаемо образования? Как пандемия отразилась на исполнении бюджета в сфере как раз образования? Но вот еще весной, когда, вот как сказал Александр Дмитриевич, мы готовились к худшему сценарию, губернатор сразу же сказал, что на социальных отраслях не отразится падение бюджета. У нас сохранятся все социальные выплаты, в том числе и в системе образования. Поэтому ни на зарплате, ни на содержании школ, то есть ни на каких базовых выплатах это никак не отразилось. И точно так же, как вот Александр Дмитриевич сейчас сказал, мы получили федеральные выплаты на здравоохранение, у нас появились федеральные выплаты и на систему образования. У нас к 5000 губернаторских надбавок для классных руководителей появилась еще 5000 президентская надбавка. То есть у нас сегодня классные руководители получают около 10 тысяч надбавки. У нас появились около 450 миллионов рублей на бесплатные завтраки для начальной школы.
Вот. У нас произошли, конечно, изменения. Год был действительно очень необычный. Мы практически остались в этом году без детского отдыха. То есть он у нас получился очень сильно урезанным. Но все те ресурсы, которые были предназначены для детского отдыха летнего, в результате были истрачены на то, чтобы подготовить школы вот к существованию вот в этих очень необычных условиях коронавирусных, когда были вынуждены школы докупать бесконтактные термометры, бактерицидные лампы. В общем, для того, чтобы школы с 1 сентября могли функционировать в очном режиме, вот на это, собственно говоря, ушли те средства, которые не были истрачены летом на отдых. Ну, вот самое главное, что хотелось услышать, что на социальных отраслях сокращать траты не будут и не планировали, и не делают этого. Это принципиальная позиция Смольного. Ну и средства перенаправили, например, с детского отдыха, которого не было как такового из-за пандемии. А вот как раз на те меры безопасности, на ту материально-техническую базу, которая как раз потребовалась в начале нового учебного года, в общем-то, из одного переложили средства в другое. Средства потрачены по предназначению. Ну и вот 15 октября, Ирина Петровна, на своей странице ВКонтакте, насколько мне известно, вы провели открытый опрос и для педагогов, и для родителей школьников. Какой вариант ограничений вам представляется правильным? Вот такой был вопрос. Речь как раз о школьном образовании. И далее несколько вариантов. Ранний уход на каникулы или их продление. Далее цикличное смешанное обучение, состоящее из очного и дистанционного. Далее полностью переход на онлайн-формат. И еще вариант домашнее обучение с консультационным сопровождением педагога. В результате и родители, и учителя большинство голосов отдали за ранний уход или продление каникул. В связи с чем у меня первый вопрос. А какова цель, собственно, этого вопроса? Просто узнать мнение тех, кто непосредственно задействован в образовании, или же означает, что вот этот вариант победитель будет принят? Ну, Юрий, я хотела бы обратить внимание, что система образования не принимает решения об ограничительных мерах. Это все-таки прерогатива и полномочия Роспотребнадзора и главного санитарного врача. Но понимая, что ситуация с каждым днем ухудшается, мы должны были предложить свои варианты, потому что мы помним, какая болезненная была ситуация весной, когда нам без всякой подготовки пришлось уходить на дистанционное обучение, насколько тяжело это было для родителей, насколько тяжело это было для педагогов. Мы хотели сегодня понять, если все-таки нам придется какие-то меры ограничительные принимать, что было бы правильным, что предпочли бы и родители, и педагоги. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что вот мне на страничку, в личное сообщение поступило больше 1000 обращений, смысл которых сводился примерно к одному. А почему там нет пункта «не уходить вообще»? Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы все осталось так, как есть сейчас. И этот вариант, безусловно, предпочтительный. Но мы спрашивали ровно про то, если все-таки придется, вот что тогда? И мы, в свою очередь, хотели увидеть... Дело в том, что вот у нас есть такая система Incident Management, и мы каждый день на нее получаем большое количество всяких вопросов, в том числе и по системе образования. И мы видим там радикально разные требования от родителей. Есть категория родителей, которая говорит: не трогайте нас, мы не хотим ни на какую дистанционку, кто заболеет, тот заболеет. И есть другая категория родителей, тоже достаточно многочисленная, которая говорит о том, что дайте нам дистанционное образование, мы боимся. У меня ослабленный ребенок, у меня в доме бабушка, мы боимся, что ребенок из школы принесет. Нам хотелось просто увидеть, какова доля тех... Есть обращение, например, по домашнему обучению. Разрешите мне уйти на домашнее обучение. Вот нам важно было увидеть, для того, чтобы вырабатывать наши предложения Роспотребнадзору, наши предложения главному санитарному врачу, нам важно было увидеть, вот скажем так, что происходит по структуре вот этих вот обращений. Ирина Петровна, каково увидели... ваше предложение, ваше обращение к Роспотребнадзору, опираясь на вот мнение, ну, большинства респондентов?
Есть такое? Ну вот мы видим, что удлиненные каникулы, скажем так, сейчас уже о раннем уходе на каникулы мы не говорим, мы да. продержались в достаточно приличном состоянии. Вот у нас на сегодняшний день 109 школ находятся на вынужденной, скажем так, удаленке. Это значит, что в этих школах есть два и более ребят, в этих классах есть два и более ребят, которые заболели. Вот таких 63 школы у нас есть, внутри которых есть классы, ушедшие на удаленку. То есть с учетом того, что у нас больше 20 тысяч школ, это не такая большая цифра. То есть нам удалось до каникул, в общем-то, в точечном режиме регулировать ситуацию в школах. Но мы, опять же, видим, что вот еще на прошлой неделе у нас больных ребят было заболевших ребят было чуть больше 700 человек. А на этой неделе их уже больше 1000. То есть ситуация все равно ухудшается. И нам надо понимать, если мы сейчас все-таки выйдем на пик, какие меры нам принимать? И мы увидели вот в опросе, что больше половины педагогов и почти 42% родителей согласны были бы пойти на удлиненные каникулы, но без дистанционного обучения. Хотя, к моему удивлению, почти 20% выбрали дистанционное обучение, либо готовы уходить всей школой, либо уходить всем, но кроме начальной школы, потому что очевидно, что тяжелее всего дистанционное обучение дается именно маленьким, у них еще не выработаны навыки самостоятельной работы, поэтому понятно, что это просто нагрузка на родителей в основном. И, конечно, мы всеми силами хотим дистанционного обучения избежать. Иными словами, насколько я понимаю, пока речи о пролонгации официально каникул школьных осенних в этом году в Петербурге не принято. Речи идти пока не может. Вот на данный момент, на это время, на 19 часов 12 минут. Да, мы пока прислушиваемся к мнению. Не совсем так. Так. Не совсем так. Вот вчера у нас состоялась очень продуктивная встреча с активом нашего городского родительского комитета. Я думаю, что здесь как раз Михаил Юрьевич может об этом подробнее рассказать. Я получила сообщение как раз на свою страничку от коллег, где они не просто обратились с каким-то предложением, они целую программу предложили того, как можно было бы себя вести. Вот, поэтому я пригласила актив вчера на встречу. Мы достаточно долго и подробно разговаривали, и вот со слов коллег я поняла так, что родительское сообщество все-таки из, ну, если мы все равно ведь говорим о том, что мы выбираем из нескольких зол наименьшее. Угу. Если все-таки нам не удастся удержаться, мы очень надеемся, что удастся, но если все-таки не удастся, то из всех зол наименьшим представлялось бы именно уход на дополнительные каникулы. Увеличение продолжительности осенних каникул. Ну вот как раз хочется уточнить у Михаила Юрьевича. Михаил Юрьевич, а вот вы как проголосовали, за что отдали свой голос, ну и главное, почему? Ну, собственно, я поддержал вот это вот, как раз получился, в том числе людей, которые проголосовали именно за чуть более удлиненные каникулы. Uh-huh. В том числе, кстати, потому что у нас на самом деле в этом году вполне очень логично они укладываются. У нас дело в том, что мы планово должны были выйти из каникул 5 числа. И если, например, да, сделать эти каникулы, как вариант, просто ну вот, продлить там, буквально на 2 рабочих дня, тем самым получив еще дополнительных 4 дня, мы получаем 2 полноценные недели, плюс еще, на самом деле, суббота-воскресенье вот этой недели. Да, то есть, по сути дела, мы 2 полноценные недели плюс еще некоторое время получаем для вот этого разрыва возможных связей, да, у людей. И поэтому вот именно за этот вариант, из этих соображений я и голосовал. Но я думаю, что им большинство людей ровно так. Вот, ну, я не рассматривал, например, лично я, как более длинные каникулы. То есть вот ограничиться 2 неделями, это было бы, наверное, самый лучший вариант. Михаил Юрьевич, а не получится ли, что в школы нельзя ходить, потому что каникулы продолжаются, и все отправились в какие-нибудь там, я не знаю, кинотеатры, детские площадки и прочее, где массовое скопление людей, которые мы избегаем в итоге-то?
Но здесь можно только рассчитывать на сознательность, на самом деле, родителей, на понимание того, что действительно в большинстве семей есть и, значит, и бабушки, и дедушки, люди пожилого возраста. Любые контакты с потенциально, значит, переносчиками для них это опасная вещь. И, соответственно, ну, я бы просто постарался бы воздержаться от, вот, в рамках семьи как-то держаться, да, в массовые мероприятия не посещать точно. Ну, там, в лучшем случае выехать в парк, там, погулять где-то в лесу, выехать на дачу, ну, где вот поменьше контактов. Ну, то есть воспользоваться просто возможностью отдохнуть. А, ну, понятно, что люди привыкли как-то отдыхать там весело и шумно, но мне кажется, что, наверное, сейчас можно было бы этого как-то немножко себя ограничить в этом. Ваше мнение понятно. Сейчас действительно не то время, чтобы веселиться массово и устраивать праздники. Сейчас время переждать. Тем более еще будут поводы, будут моменты, если придерживаться вот тех правил, которые действуют сегодня. То есть минимизировать все социальные контакты и, конечно же, носить средства индивидуальной защиты. Маски, перчатки и так далее. Ну и оценку эпидситуации в Петербурге дала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Я предлагаю послушать. Если говорить о том, как готов Санкт-Петербург к сегодняшней ситуации с эпидподъемом, то готова лечебная база и готова база диагностическая. За последние несколько недель город в полтора раза увеличил количество ежедневно производимых тестов. И обследуются не только люди с клиническими проявлениями, обследуются все люди с пневмониями, но и обследуются люди, не имеющие клинических проявлений. Обязательно тестируются все врачи, с определенной регулярностью тестируются сотрудники образовательных учреждений. Это важно для того, чтобы своевременно выявлять заболевших и своевременно проводить все мероприятия для того, чтобы развитие заболевания не получило. Успешно работают школы, практически нет заболеваний среди школьников. И вот все те меры, которые уже предприняты и которые будут предприняты, я уверена, весь комплекс, все мероприятия вместе и усилия петербуржцев приведут к тому, что ситуация будет стабильной и не ухудшится с учетом развития ситуации в целом мире. Ну и возвращаясь, Михаил Юрьевич, к весеннему опыту, учитывая весенний опыт, учитывая вашу должность, да, председателя ассоциации городского родительского комитета, что вы неким таким фильтром являетесь, сначала к вам идут с предложениями, с вопросами, с просьбами. Что чаще всего спрашивают родители, с чем чаще всего обращаются к родительскому комитету? Но на самом деле мы вот эту как раз наиболее частую просьбу, да, или уже такой крик души родителей, в общем-то, и сформулировали вот и на встрече с Ириной Петровной. Большое спасибо за отклик и за приглашение к этому разговору. Основной, в общем-то, как бы пафос, да, весь, это со стороны родителей: больше, пожалуйста, не надо нас на дистант. То есть вот по возможности это избежать этой такого возможного исхода. Потому что это на самом деле очень тяжело для детей, это крайне тяжело для семей, особенно где много детей, то есть где несколько детей. Развести в одной квартире несколько детей, значит, по углам, чтобы они там еще и занимались чем-то и как-то, в общем, не тратились, собственно, здоровье на этом, на всем. Ну, это непростая задача. И поэтому, в общем, конечно, вот в этом режиме очень тяжело жить. И поэтому вот основной пафос был именно такой. Но если говорить уже о каких-то там дополнительных еще идеях, ну, в общем, основные, наверное, опять-таки, это сократить количество электронного обучения, потому что у нас, к сожалению, вот мы имеем на сегодняшний момент пока печальный опыт, связанный с тем, что школа переносит фактически вот учебный процесс в электронную форму, так как он идет в школе. И зачастую детям приходится проводить там перед экраном по несколько часов, а в большинстве случаев это еще и экран маленький. То есть, и, соответственно, у очень многих родителей, например, были жалобы на то, что заметили они потерю зрения, да, то есть качество, ну, экранов не позволяет с мелкими изображениями работать, это очень большое напряжение на глаза. А в младшем возрасте детском, да, это большая серьезная проблема. Гиподинамия, да, это все тоже вещи, которые сразу сказываются на вот маленьких детях. И поэтому, ну и кроме этого, чисто психологическое состояние
у детей, конечно, очень было нестабильное. Ну и поэтому, собственно, вот это все связанные вещи. Ну и третий, наверное, такой аспект, это то, что сейчас, по факту, мы имеем с вами в сентябре перегрузку уже учебную, потому что получилось так, что дети пропустили очень многое, да, у них, естественно, в этом, ну, таком дурном режиме учебном у них запали темы, да, и сейчас они по факту что делают? Они наверстывают то, что упущено, и еще получают новые знания. Это действительно очень непросто, и поэтому сейчас как раз вот переходить в дистант, это очень такая серьезная проблема, и вот поэтому мы, основной разговор был у нас вчера с Ирина Петровна о том, чтобы избежать этой возможности. Ну, основной посыл, безусловно, понятен, что любопытно. 21 век, век цифровизации, современных гаджетов, да, но все равно мы продолжаем желать, чтобы вот в офлайне проходили встречи, обучение, потому что, безусловно, это главное, это социализация. Мы же все-таки живем в обществе. Ну и весной, во время каникул, педагоги не отдыхали, а готовились как раз к онлайн-формату обучения. И в осенние каникулы, вопрос, Ирина Петровна, вам, будут ли организованы вот как раз такие дополнительные курсы для педагогов? Есть, кстати, ли необходимость в этом? В планах у нас такой работы нет, потому что лучшей подготовки, чем вот этот месяц, апрель, когда в бою, что называется, педагоги получали опыт дистанта, сейчас такой необходимости нет. Но, безусловно, каждый педагог... Вообще педагоги учатся всю жизнь, это такая особенность профессии, она... всегдашняя, скажем так, и понятно, что сейчас каждый педагог свое индивидуальное проходит обучение. Очень большой выбор сейчас есть всевозможных цифровых платформ, образовательных программ. Это пока не очень систематизированная история. Вот сейчас нет возможности зайти куда-то вот в одно место и получить сразу все. И на самом деле... Главная трудность дистанционного образования, она связана как раз с тем, что отсутствует цифровая дидактика, потому что, вот как Михаил Юрьевич сказал совершенно правильно, мы не можем автоматически перенести урок из офлайна в онлайн. Это должен быть совсем другой урок. У него должна быть другая продолжительность, у него по-другому должны чередоваться там теория, решение задач. То есть это совсем другой процесс, и над ним специалисты сейчас работают. То есть все, что можно было освоить на сегодняшний день, педагог уже освоил. Сейчас дело уже за методистами, за учеными, чтобы наработать новые материалы, с которыми можно было бы начинать работать. Но в каникулы это для детей отдых. У педагогов в каникулы все равно есть большое количество работы. Плановое образование у педагогов, конечно же, будет идти, но вот такого... ударного такого броска, как это было весной, сейчас не планируется. Словом, и пандемия, и ее последствия, испытания, которые здесь и сейчас проходим все мы. Ну а в прямом эфире программа «Обратная связь». Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, сразу после которой узнаем, как сделать онлайн-обучение интересным и увлекательным. Что из техники для этого необходимо и как быть, если нет компьютера. Оставайтесь с нами. В прямом эфире программа «Обратная связь». Сегодня мы говорим о школьном образовании. Как при необходимости сделать домашнее обучение интересным и увлекательным? Готов ли город к дистанционному формату образования? И что для этого нужно, уважаемые телезрители? Задать вопросы нашим гостям можно по телефону прямого эфира, а также в официальной группе телеканала ВКонтакте. Все координаты здесь, на ваших экранах. Принимайте участие, высказывайте свое мнение. Нам важно получить обратную связь. Ну и к участию в эфире присоединяется наш интернет-обозреватель Ольга Артеменко. Оля, ну, пандемия накрыла, безусловно, не только Россию, не только Петербург, но и весь мир. Как справляются с проблемами в сфере образования в других странах? Юра, ну, начну с того, что огромное количество комментариев и сообщений в соцсетях так или иначе связано с дистанционным обучением. Пишут и родители, да и учителя тоже отмечают, что один из минусов вот этой удаленки заключается в том, что у детей практически нет физической активности, когда они просто сидят за экраном своего компьютера. И хочу привести буквально пару примеров того, как за границей пытаются решить эту проблему, может быть, как-то разнообразить эту программу. И действительно, во многих странах делается
акцент именно на том, чтобы дети как можно меньше сидели на одном месте. Вот как пример Баварская международная школа. Она запустила свою программу дистанционного обучения, и какие-то даже простые лабораторные работы по химии проходят вот в таком онлайн-режиме. Ребята дома сами экспериментируют, проводят какие-то опыты, надеюсь, безопасные. И обязательная составляющая вот этой онлайн-программы – это, конечно, физкультура. То есть учителя записывают видео и отправляют ученикам, чтобы они, в свою очередь, уже повторяли за ними эти упражнения. Еще один пример – это школа в Гонконге. Там после каждого дистанционного вот такого урока учителя по скайпу, особенно для начальной школы, проводят 10-минутную онлайн-зарядку. Вот как вы сейчас увидите, разминают шею, плечи, чтобы снять какую-то усталость. Ну и также ни одного дня не обходится без полноценного урока физкультуры. Ну и также многие пишут в соцсетях, что детям довольно неудобно заниматься дома, потому что есть огромное количество отвлекающих факторов. Например, хочется поиграть или заглянуть в холодильник. И вот пример того, как пытаются, например, в Калифорнии замотивировать детей учиться на удаленке. Там раз в месяц в некоторых школах решили как-то наградить учеников за особые успехи вот в этом вот дистанционном обучении. Им дарят вот такие вот плакаты, где написано «Я рок-звезда дистанционного обучения». Мне кажется, это очень мотивирует. Можно такой плакат повесить на стену и гордиться собой. Ну, обещала, что будут вопросы от наших интернет-пользователей по традиции, но сначала хочу напомнить, какие интернет-платформы можно использовать для того, чтобы следить за самой актуальной информацией, связанной с коронавирусной инфекцией. Во-первых, это сайт администрации Санкт-Петербурга. Здесь работает специальный раздел «Петербург против коронавируса». Переходите по ссылке, и там вам будет доступна вся актуальная информация. Также есть удобная платформа, это Telegram-канал, там также ежедневно публикуется статистика по заболевшим, ну и все новости, связанные с коронавирусом. Ну так, перейдем к вопросам от интернет-пользователей, буквально, наверное, пару вопросов хотела бы адресовать нашим экспертам. Первый от Ольги: почему теперь группы продленного дня работают до 17:30? Ну вот в частности в начальной школе родители, к сожалению, не успевают забрать своих детей, будет ли вот какое-то продление или нет. И второй вопрос от Алексея: а обязаны ли учителя на уроках быть в маске или это просто рекомендация? Те вопросы нашим экспертам, и слово студии. Ну что ж, большое спасибо за обзор, Ольга. Ну а теперь к вопросам, вернее, к ответам от наших экспертов. Ну и по порядку, Ирина Петровна, я думаю, вам адресуем этот вопрос. Теперь группы продленного дня работают только до 17:30, и родители не успевают забрать детей. Это вот ситуация, в частности, в начальной школе. Есть какие-то варианты решения этой ситуации? Потому что не всегда же родители в 17:30 освобождаются с работы. Ну, конечно, этот учебный год у нас крайне необычный, с большим количеством новых требований и, конечно, новых неудобств. Почему заканчиваются в 17:30 группы продленного дня? По сегодняшним условиям Роспотребнадзора детские коллективы не могут смешиваться. То есть после урока 5 А будет работать в том же составе на продленке, в котором они учатся в школе, а 5 Б будет учиться у своего педагога. Если раньше можно было детей, которые остались на продленке, собрать в один класс, потому что не все же остаются на продленку, и с ними мог заниматься один педагог, потом его мог сменить другой педагог, сегодня такой возможности нет. Сегодня с ребенком остается педагог, у которого в 17:30 заканчивается рабочий день. Педагоги работают сегодня с очень большой нагрузкой, потому что мы понимаем, что в первую очередь соблюдение всех вот этих вот новых коронавирусных правил и ограничений ложится, конечно, на плечи педагогов. Поэтому ограничение связано вот ровно с этим. Мы получаем от родителей истории про то, что еще раньше заканчивается продленка, чем в 17:30. Это связано, к сожалению, с тем, что педагоги болеют. Вот как я уже сказала, да, у нас на сегодняшний день более чем у 300 педагогов официально вот зафиксирован диагноз коронавирус. С этим тоже мы ничего поделать не можем, поэтому я могу сказать на это только то, что хорошо, что у нас есть офлайн-обучение, хорошо, что у нас есть возможность приходить в школу. Да,
у этой возможности есть какие-то вот неудобства. Но все-таки пусть лучше будет так, чем нам придется уйти на дистанционное обучение. Я хотела еще раз подчеркнуть бы то, что мы делаем сейчас все возможное, чтобы оттянуть этот момент или избежать момента перехода на дистанционное обучение. Мы очень благодарны ассоциации «Родительский комитет», которая предлагает сделать каникулы на 2 дня длиннее, а по сути они получатся в этом случае 2-недельные, то есть мы к 1 неделе, и неделя у нас следующая короткая. Если мы сможем решить этот вопрос, а я очень надеюсь, что Роспотребнадзор в этом случае пойдет нам навстречу, то у нас получится у ребят полноценные 2 недели, а эти 2 недели фактически эпидемический цикл, который прерывает цепочку заражений. Ну и я акцентирую внимание, как раз вот родители предлагают, родители к их мнению прислушиваются городские власти, ну а далее доводят эти предложения до Роспотребнадзора, который в итоге и принимает решение в пользу продления или пока оставляем так, как есть. Но я думаю, что в ближайшие дни уже решится эта ситуация, в частности в Петербурге. Я уверен, что абсолютно многие, если не практически все, намерены в офлайн режиме продолжать общение, продолжать обучение, потому что, ну, так, наверное, наиболее результативно, как показывает практика. И еще один вопрос был, уже, Ирина Петровна, тоже вам зададим, по поводу учителей, которым, кстати, пожелаем скорейшего выздоровления. 300 человек сейчас на больничном. Скорейшего выздоровления, дорогие учителя. Обязаны ли учителя на уроках быть в масках, или это просто рекомендация? Вот такой вопрос. Это рекомендация. Педагог сам принимает решение, но чаще всего педагог, если он ведет урок, он принимает решение работать с ребятами без маски, особенно с маленькими, потому что они должны его видеть. Главное – социальную дистанцию держать в этой ситуации. Но на переменке педагоги чаще всего маску надевают. Ну, абсолютно согласен, потому что в формате общения тяжело в маске это все делать, да? Но когда уже выходит на перемену, можно помолчать в маске. Безусловно, средства индивидуальной защиты для этого, в принципе, и существуют. Михаил Юрьевич, теперь вопрос вам. Вы же учитель информатики. Вот расскажите, минимальный перечень тех материально-технических средств, да, компьютер, ноутбук, что это должно быть, или программ, что необходимо для качественного онлайн-обучения? То есть, еще раз, техника, программное обеспечение. Расскажите. Ну, я думаю, что, во-первых, конечно, должно быть рабочее место, оборудованное хотя бы не мобильным устройством по возможности, то есть с каким-то более-менее большим экраном, но это опять это возможности семьи, если несколько детей, то тут уже возникают сложности с разделением времени. И в этом смысле надо взаимодействовать с школой, конечно, чтобы была такая возможность использовать все-таки одно устройство, а не пользоваться маленькими там гаджетами, потому что это значительно хуже, менее эффективно, и на самом деле все-таки нагрузка очень серьезная на глаза. А если разделять по времени, то, соответственно, можно в том числе и нагрузку чисто учебную снять. А второй момент – это, безусловно, наличие интернета и нормального интернета. Это, конечно, тоже не во всех семьях возможно, да, и это деньги. Здесь надо тоже какой-то возможный вариант искать, как это решать, эту проблему. Не знаю, это такая непростая история. И еще отдельная история – это, конечно же, собственно, наличие обратной связи, надежной обратной связи с учителями. Это речь идет о том, чтобы была возможность и обмениваться, и, значит, соответственно, там, электронной почтой, если об этом просит учитель, и, соответственно, какие-то электронные ресурсы использовать, Учи.ру там и прочее. Ну, то есть, там каждая школа выбирает свои платформы, включая городскую, да, систему, которая специально для этого была создана, как раз в таком пожарном, по сути, режиме, да, в 4/4 того года, она тоже довольно активно используется. Но набор, он, к сожалению, его не может быть унифицированным, потому что каждая школа и, более того, каждый учитель для себя определяет тот набор инструментария. Для каждого возраста он тоже отличается. То есть здесь я, вот, понимаете, все-таки не присоветую ничего, кроме того, что... Средств вы, в принципе, озвучили, я лишь повторю. Желательно это компьютер с большим экраном. Чем больше экран, соответственно, тем меньше вред для глаз. Чем меньше, тем больше глаза напрягаются у ребенка. Это негативное развитие, да, сценарий. Далее...
устойчивая связь интернет и обратная связь с учителем, то есть посредством электронной почты и так далее. Ну и, пожалуй, самое главное, что в 21 веке, когда нам практически мировая информация доступна, все-таки иметь компьютер, иметь возможность выхода в интернет, наверное, это также жизненно необходимо, как вода, еда и получение информации из сети. Во всяком случае, это мое субъективное мнение, никому не навязываю. Но бывает ситуация, когда в школах или у самих школьников необходимая техника, необходимая база техническая, ну, нет у них, чтобы выходить в интернет, чтобы проводить онлайн-уроки, чтобы полностью переходить на дистанционное обучение. Ирина Петровна, вот вопрос тогда вам будет, а готовы ли школы обеспечить хотя бы планшетами, компьютерами семьи, у которых нет дома гаджетов по объективным причинам? Ну вот весной, когда мы оказались в ситуации внезапного перехода на дистанционное образование, мы провели опрос семей, получили примерно 18 тысяч заявок. Это в пределах города не очень большая цифра, с учетом того, что у нас больше полумиллиона детей. Но тем не менее 18 тысяч планшетов не лежали нигде на складах, их невозможно было пойти завтра купить. Просто никто не был к этой ситуации готов. Мы тогда обратились и к бизнесу, мы обратились и к жителям, и мы собрали почти 12 тысяч планшетов. Фактически все семьи, у которых не было в доме ни одного гаджета, мы обеспечили, потому что оставшаяся вот потребность, она в основном была в семьях, где несколько детей, а, например, компьютер в доме один. Это вот как раз то, о чем сейчас Михаил Юрьевич говорил. А сейчас, когда вот начался новый учебный год, 6 тысяч компьютеров на сегодняшний день, планшетов, уже докупили. Закупки постоянно у нас происходят небольшими количествами, но если вдруг возникнет ситуация опять перехода, мы очень надеемся, что этого не произойдет. Да. Не хочется об этом даже думать. По крайней мере, начальную школу мы трогать не будем. Угу. Вот мы видим опыт Москвы. Наши коллеги тоже пошли вот по этому же пути. Даже когда им пришлось, а мы видим, что в Москве ситуация сложная, даже когда пришлось переводить на дистанционное образование, все-таки начальную школу плюс еще пятый класс трогать не стали. Если у нас вдруг возникнет такая ситуация, то у нас компьютеров хватит. Но я еще раз хотела бы сказать, что вот то, как это происходит сегодня, когда каждая школа, каждый директор имеет возможность ежедневно, наблюдая за тем, что происходит в классах, быстро, прямо вот в течение суток отправлять, если в классе возникла какая-то коронавирусная ситуация, отправлять класс на дистанционное обучение, мы надеемся, что вот таким скользящим, плавным образом нам удастся этот тяжелый период пережить. Да, безусловно, надеемся, держим кулачки. Ну и в продолжении темы. В этом учебном году школы Петербурга получили компьютеры и оборудование в рамках нацпроекта образования. Об этом губернатор города Александр Беглов рассказал на последней встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Цитата. «К началу нового учебного года 155 школ и колледжей города получили комплект оборудования для формирования цифровой модели образовательной среды». Конец цитаты. В каждый комплект, внимание, входит 30 ученических ноутбуков, 2 ноутбука для педагогов, 6 ноутбуков для администрации учреждений и 2 интерактивные доски, а также многофункциональное устройство. И в следующем году поставки в школы современной техники, безусловно, планируется продолжать. Итак, 40 минут, отведенные на прямой эфир проекта «Обратная связь», пролетели. Что успели вам рассказать, рассказали. Все это время на связи со студией были вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина и председатель Ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов. Коллеги, спасибо большое вам за участие. Благодарю за внимание и вас, уважаемые телезрители. Принимайте участие, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы в официальной группе телеканала «Санкт-Петербург» ВКонтакте. Нам важно получить обратную связь. Ну и в завершение нашего выпуска, в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в России в целом и в нашем городе, в частности, в эфир возвращается программа «Петербург против коронавируса». Все, что вы хотите и должны знать каждый будний день в 19:00, а также в официальных группах телеканала в соцсетях. Меня зовут Юрий Щербаков. Берегите себя.